Всем привет, друзья, с вами Стормин. И сегодня на повестке дня прилив. Прилив – это копье, дающее бесконечное дыхание под водой. И давайте рассмотрим, где его можно добыть. А добыть его можно, друзья, убив вот эту белую мышь, летучую мышь в безымянном городе. Собственно говоря, многие наверняка знают, где это место находится. Но не каждый раз выпадает это самое копье. С нее выпадают различные, абсолютно различные предметы. Ну давайте сейчас как бы начнем и закончим. Весь бой, думаю, смотреть ни к чему, поэтому сейчас я буду пропускать какие-то моменты. Убивается, кстати, друзья, довольно-таки быстро. Ну вот, мы пропускаем. И что мы здесь находим? Щит из закаленной стали. Стальные бруски. Обязательно мы что-то находим. Либо легендарный ремнабор для оружия, либо для доспехов. Также осколок силы. Итак, вот второй бой. Друзья, второй бой. И со второго боя мне выпадает это самое копье. Вот оно. Копье прилив, позволяющее дышать под водой. Ну, собственно говоря, бесконечно, просто бесконечное время. То есть, ну, чуть попозже мы куда-нибудь нырнем за золотом и посмотрим, как оно действует. Итак, друзья, да, кстати, при разборе, ну, ничего особенного, кости, мелкая дичь. Итак, следующий бой, третий, тоже мне повезло, третий бой. С него мы тоже, да, кстати, вот это место, если кто-то не знает, друзья. И вот третий бой. И с этого третьего боя мне также выпадает это копье. Боев провел я всего 5. И вот второй и третий бой были нормальными, удачными, скажем так. Я получил 2 копья. Ну что ж, а теперь я думаю, что после разбора этой мыши стоит попробовать нырнуть за золотишком. Мы находимся в объятиях Дагона, где находится затонувший корабль. И сейчас мы ныряем за ним. Итак, вот, друзья, давайте смотреть. То есть, как мы можем наблюдать, запас воздуха заканчивался, но, взяв в руки это копье, шкала прекратила уменьшение свое. Кстати, этим копьем можно драться под водой. Хотя драться в игре под водой не предусмотрено. Здесь никто не нападает вообще в этой игре. Ну и вот, друзья, мы спокойным образом можем находиться бесконечно, просто бесконечно под водой. А вот сейчас я убрал это копье. И как вы видите, шкала запаса воздуха неумолимо уменьшается. Ну вот, друзья, взяв копье в руку, мы можем не опасаться задохнуться. Ну что ж, а у меня на этом все. До новых встреч.